Автомобиль, как известно, не только средство передвижения, но и источник повышенной опасности. Особенно для детей, которые бывают так и норовят выскочить на проезжую часть в неположенном месте. За 7 месяцев нынешнего года в Карачаево-Черкесии произошло 23 ДТП с участием несовершеннолетних, значительная часть при переходе детьми дороги. Один ребенок погиб, и 30 несовершеннолетних участников дорожного движения получили травмы различной степени тяжести. Возьмите ребенка за руку. С таким предложением обратились к родителям малышей сотрудники госавтоинспекции. Проведя с воспитанниками Дворца детского творчества города Черкесска одноименное профилактическое мероприятие. Кстати, ребятам пришлось по душе закрашивать буквы на трафарете и переходить дорогу под руку с зеброй, которая символизирует пешеходный переход. Эти дети точно не забудут правила поведения на проезжей части. Обязательно надо проводить для детей и для взрослых, потому что нарушает правила движения. Надо переходить по зебре. Как утверждают сотрудники ГИБДД, подобная профилактическая работа – один из самых продуктивных методов в борьбе за соблюдение правил. Примерно 40% от общего количества составляют ДТП с участием детей-пешеходов. Сегодняшнее мероприятие, направленное на профилактику именно этого вида ДТП, в преддверии учебного года. Но главная роль в воспитании маленьких пешеходов, безусловно, принадлежит родителям, которым следует задуматься, всегда ли при переходе улицы они подают своему ребенку правильный пример. Марьяна Есенеева, Заур Лиев, Архыз 24.